Кино называется «Спасайте ваши яйца». Два муравья нападают на более крупного. Он защищается. Смотри, вот этот муравей, вот он. Вот он. Вот смотри. Ты же видишь, нападают. Ты видел, что дерутся маленькие с большими или большие отгоняют? Или вот эти большие напали на маленьких, или скорее всего даже может быть наоборот, маленькие напали на больших. А кто носит яйца? По-моему, маленькие носят. Ну, это не факт. Маленькие могут грабить. А, носить, да. Чтобы съесть? То есть мы видим какой-то кусочек жизни муравьев. Жизни муравьев, да, вот кто на кого напал, ну явно что-то. Вот маленький то ли спасает. Ну какая-то суета происходит, яйца они куда-то точно уносят. Из одного места. Посмотри, кусаются. Вот они. Видишь, на большого нападают. Ну да, по два, по три. Маленькие нападают на большого. В общем, кто знает, пусть пишет в комментариях, какие муравьи каких обидели. Или это вообще одна семья, просто в них тут решили разъехаться. Может, дети уезжают от родителей, может, родители от детей избегают. Какую еще версию можно придумать? В общем, на этом мы наш небольшой влог из жизни муравьев будем заканчивать. Прождать, чем это закончится, можно очень долго. Но вот здесь вот большие, они явно дерутся. По красу вроде как они все похожи. Размеры разные. Ну там реально бодаются.